Жора терроризирует папу. Так, надо уже и Еву достать. Он достает всех. Ева, бедняжка, схуднула. Ничего, сейчас наберет. Да и брат чуть схуднул. Иди сюда, Жор. Жор. Достача. Ева, молодец. У нее, наверное, детства просто не было. Ева, аккуратно. Чуфяка этого. Ева, аккуратно. Ева, не заигрывайся. Она его так, любя. Зато он ей всю шею разодрал. Покажи, иди сюда. Иди сюда, девочка. Покажи. Ой, что творится. Гад. Прищепка. Брасюха, ну-ка наведи порядок, быстренько. Ева! Ева, не заигрывайся. Вот такие игрульки у нас происходят. Ну, этот сам первый лезет, потом получает. Не, ну я вам, конечно, молодец. Терпит его. Папа думает, ладно, пойду я подальше от этого торнадо. А что вы там нашли? Фу. Дайте я посмотрю быстренько. Ничего нету. Дичь. Собаки на дичь реагируют. Реагирует Ева, а прищепка висит. Не валяй его. Жора, тебе не стыдно на тетке висеть? Один брач такой серьезный, да? Серьезность все включил свою. Ева, аккуратней.
аккуратненько, тихонечко. Хана цветам. Все, поперли домой. Сейчас там будут ковры вверх тормашками. Брайсука, ты домой? А, веселуха у нас. Всем привет. Иду по стопам Жорика. Он погнал Борика, короче, по огороду. Уже научился перепрыгивать. Гоняет Борика. А Борик не убегает сильно далеко. Он с ним прикалывается. О, спрятался. Жора, ты его пропустил. Жора. Жора. Вернее, Боря сидит. А где Жора? И где же он? Где влазит-то? Это не Жора, а какое-то привидение. Вот он. Смотри, вон, только табак мой не поломайте. Жора. Ищи его. Ага, заметил сейчас. Нет? Ой, слепой. Жора. Иди сюда. Вон он. Иди сюда. Смотри туда. Смотри. Жора. Жора, смотри. По табаку не ходи. Фу! Чумазер! Вкусная земля, да? Что ты там уже съел? И вообще, давай выходи с огорода. Жора! Пошли. Пойдем. Боря, тебе повезло. Он тебя не нашел. Пошли. Огородник, садовод. Не топчи. Не топчи. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли! Жора! Вот, молодец! Он в табаке! Жора, пошли огурец дам! Жора! Сейчас ходим за огурцом. Ребенку дадим огурец. Сейчас я вытру. Жора, на! Вон он. На огурчик. На огурчик. На, нюхай. Пошли со мной. Пойдем, да? Пошли. Пошли. На. Иди сюда. Ну ты ж перепрыгнул как-то. Я не успел заснять, правда. Давай, давай, давай. На, огурец. Бери. В эту сторону он пока не перепрыгнет, наверное, острые края. Давай я тебя подсажу. Опа.
Все, иди кушай. Пошел в штаб. Есть. А еще мы, уважаемые зрители, очень хорошо знаем команду «Молодец». Молодец. Жора, ты молодец. Молодец. Это значит, он пописал, покакал и заходит домой, и мы ему даем кусочек сухарика. Что, молодец? Ну пошли, заходи, хозяин. Жоник вообще стал самостоятельный собака. Только что сидели, он там что-то игрался, игрался, подскочил. Давай, говорит, скулить к двери ведет меня. Пошел он делать свои дела. Молодец. Но это спасибо еще Леше, хозяину Джесси. Он их учил там по насущему банане, чтоб не так. И они у него уже, кстати, начали уже ходить на улицу, в туалет. Что, опять будем молодец делать? Пошли, что сделаешь?